Мне кажется, что санкции – это очень спорный способ воздействия, потому что они затрагивают народ, а не власть. Я поддерживаю более точечный и ориентированный вид санкций на тот режим, который лишает людей их свободы. Более широкие санкции же действуют и на обычных людей, и вовсе не являются продуктивными. Это очень сложная авторитарная система и авторитарное правительство. Вы должны спросить себя, почему оно такое? Если Лукашенко подавляет свободу слова, потому ли это, что он думает, что он очень популярен в стране? Конечно же нет. Если ты популярен в стране, ты не будешь заниматься такого рода вещами. Если ты чувствуешь себя в безопасности, ты даешь людям писать, что они хотят. Диктаторы давлением на людей и общество показывают, что они встревожены, обеспокоены и чувствуют себя неуверенно. Я думаю, что самый лучший способ повлиять на белорусское правительство, как для Европы, так и для всех остальных, это сознательно заявить, что один политически заключенный в любое время и в любом месте – это уже слишком много. Я думаю, что все, что мы можем сделать, это проявлять большую солидарность.